А я вас салют всем, с вами Стеймус Бро. Сегодня мы будем слушать новый трек Маккана, который называется «Гиря». А перед прослушиванием, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки и пишите свои комментарии. Погнали слушать трек. Гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, мобири, не звони потом по ночам, мне уже будет нечем тебе отвечать, гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, мобири, не звони потом по ночам, мне уже будет нечем тебе отвечать, you feel it. Блин, крутой очень хук. Маккан славится тем, что пишет очень крутые лирические текста. У него просто прям фигачат такие крутые. У меня уже дофига треков, которые я добавил себе. Классный текстовик. Давайте слушать первый куплет. Если нету сердца, мобири, не звони потом по ночам. Мне уже будет нечем тебе отвечать. You feel it good, никаких чувств, сердце на минус, но минус на минус плюс, ты всем сказала, я больше не влюблюсь. Я никому не веришь, да я сам-то не клянусь. А ты ходишь к врачам, а ты веришь свечам. Все на осознанных щах, но как все плачешь по ночам. Я под тобой бимер, дом на Новой Риге, настали первый, но ты ловишь с него триггер. Гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам. Мне уже будет нечем тебе отвечать, гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам. Мне уже будет нечем тебе отвечать, ну чё, what's up, чё поменяла WhatsApp? Все фотки на пол лица, рядом пацан, вы в пьяни его отца, хата в хромовниках. У тебя нет проблем, инкор на абонемент, бутики тебе берут в плен. Он лучше всех упакованный манекен, всё как ты мечтала, ты Барби, он тупой Кен. Под тобой бимер, дом на Новой Риге, настали первый, но ты ловишь с него триггер, И снова гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам, мне же будет нечем тебе отвечать, гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам, мне уже будет нечем тебе отвечать, Так, достаточно крутой трек, прям хитяра такой, очень понравился. Не знаю. Из последних треков, которые мне... Вот что я слышал, из последних, что я слышал такого. MP3 слушал недавно трек. Там тоже прикольная лирика, но трек сольный, и мне он больше зашел. Намного больше зашел. Очень крутой трек, крутая лирика. И хук прикольный у него. Этому треку я поставлю 5 из 5. Рекомендую к прослушиванию. Очень крутой, себе добавлю, буду слушать. Блин, прям вкатил. Как-то так. А с вами был Стеймус Бро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи, пока.